Всем добрый вечер уже, наверное. Нет, еще день. Сейчас у нас на часах где-то в районе 4 часов. Может, уже 4. Погода отличнейшая. Море красивейшее. Чистенькое. Все вчера была мутная вода. Но я сегодня вот так вот одета буд, поэтому зайти не получится. Я водичку трогал руками. Она теплая. Ну как теплая, теплее, чем воздух, то есть контраст с воздухом хороший, можно спокойно купаться. Так же, вот, как многие делают, гулять. Вот там, видите, сколько народу, это я просто хожу фотографировать там, где пляж поменьше людей. Там вон куча людей еще гуляют, наслаждаются, говорится, морем, водичкой. Это я только что фотографировал семью. Они, кстати, у меня закат свободен, но решили перенестись на завтра, мои клиенты боялись, что сегодня будет, не будет. Походу, сегодня будет один из самых красивейших. Тем, кто будет на пляже, в это время фоткать и выкладывать, я думаю, будет на что посмотреть. Волны моря отгоняют меня от берега. Сегодня так можно чисто сесть, понаслаждаться. Вон, ракушек, кстати, вообще просто миллионы повыкидывало. Вчера море было туда ближе, вот видите, берег. Я вчера там стоял, то есть оно прибой ушел, и оно вот так спустилось и освободило просто миллионы ракушек. Те, кто бегал, просто пытался собирать их еще вчера буквально. Сегодня надо откусать локти, слишком много, чтобы даже собрать, постараться хотя бы часть какую-то. Такая красота. Вон Анапа на заднем фоне. Сегодня по прогнозам сейчас должен быть дождь. Я, как всегда, не верю прогнозам. Люди тоже поверили мне. Решили сходить на съемочку. И все получилось. Сейчас солнечные фотки поймали. Так вот кончается наше лето все-таки. Хотя, сегодня на рынок уже на улице прохладно, по вечерам особенно даже выйти не вариант, потому что зябковато, так я бы сказал. И вот там женщина в лавке, она говорила, что вот это у нас печалька такая, не переживайте, сейчас еще сезон будет, потому что отдыхающих тоже много закупалось теплыми вещами, так как они приехали тоже. Будет такая погода, как у нас обычно бывает в конце сентября, в начале сентября несколько дней там прохладных, а потом бац, и пошла хорошая погода и до середины октября. В этом году конец сентября был, в принципе, хороший, и потом как бы, вот этот, наверное, промежуток чуть сдвинулся, и получается, что вот он сейчас выпал. Ну, конечно, надежда есть, что погода улучшится. Ну, как бы надеяться, не надеяться на это. Кто его знает, как оно будет. Дай бог, чтобы не портилось. Хочется еще поплавать. У меня в планах вообще всю зиму купаться. Кто смотрит мои видео постоянно, знает, о чем я говорю. Посмотрим. Купим гидрокостюмы, будем плавать. А то другого времени у нас просто нет. Такое красивое море. Чистенькая вода, прозрачная. Сейчас на нее смотрю, я каждый день смотрю всякие видеоролики с подводной охотой. Мне все больше и больше хочется туда. Пока что-то не позволяет время немножко закупить костюм и ружье.
пока выбираю большой. Если был бы он один, да, пришел, купил на все случаи жизни. Там столько всяких нюансов надо выбирать. Может, что-то занимается подводной охотой, даст какие-то советы, буду благодарен. Пишите в комментариях. Вот, смотрите, миллионы просто ракушек повыкидывало. А это я по ним иду, они ломаются, хрустят. Потом потихоньку переточатся морем, превратятся как его, в песочек. Станет у нас его еще больше. Вот, видите, какая красивая нашлась ракушка. Обожаю камеру Samsung. Меня многие спрашивали, вот фокус, ушел. Жить. Есть. Красота, да? Наверное, вот это вот самая распространенная у нас ракушка. Где ты фокус? Покажи по центру. Ага, вот. Ее, как бы, ну, очень много выкидывает. Вот так она выглядит. Вот самые большие, крупные, вот, поплывусь, поплывать, там они есть на глубине. Вот таких вот живых я, честно, вообще давным-давно уже не видел. Вот если вот эти вот, которые я показывал до нее, их очень много, то других как бы нет. Вот видите, сколько чпок, такая вот красота. Ну, сколько их? Много. Вот черная, да, какая-то кусочек, правда. Вот даже такие есть, видите, красивые. Все. Сейчас люди, которые болеют собиранием ракушек, бросят работу, прибегут ко мне собирать. Вот, кстати, вот раньше были мидии вот такие вот, они тоненькие, длинные. Я очень-очень давно их не встречал. Вот это кусочек той ракушки, той мидии. Ну, могу нарисовать, то есть вот такие вот продолговатые были. То есть не вот как обычная мидия, она такая как бы овальная, они вот такие вот длинненькие были. То есть вот она вот так лежит, и она вот как вперед шла. И узкие, а сейчас их давно так не было. Как Фредди Крюгер раньше делали, их так на пальцы одевали в детстве. И игрались. О! Вот этот целый живой моллюск нашел. Отправим его жить в море. Все. Пока-пока. Хорошо, что тут был я, тебе помог. Красота. Как поискать? Мне вообще вот очень раньше нравилось, после диких штормов ходишь и как бы собираешь по морю там монетки. Сейчас много людей с металлоискателями, как бы этого уже нет. Но все равно еще собирать можно много чего. Вот, мне, вот это интересно. Здесь ни разу не видел. Что это за ракушка? Как это? Вот таких вот очень много. Не думаю, конечно, что это рапаны какие-то. Да, может, часть рапана, но больше вот похоже все-таки на обычную ракушку. Вот она росла, не, там наростов у нее. Красивенькие, интересненькие. Ну ладно, еще чуть-чуть моря. Для вас можно будет заканчивать свой фотошоу и ползти домой кушать. Я вообще ничего не ел. Поехал в Анапу, купили вещи, вернулся домой. Взял фотоаппарат, подъехал быстренько фотографировать. Может, завтра удастся в море покупаться. А нет, завтра я иду на свадьбу фотографировать. У нас начался сезон свадеб. У меня свадебных заказов не так много, так как я, наверное, больше по пляжам специализируюсь. Надо выложить рекламу, чтобы люди посмотрели, куда будут записываться, приходить и заказывать свадебные фотосессии. Ладно, все. Всем пока-пока. Можно сказать, до завтра. Завтра с утра я тоже пойду, должен появиться на пляже.
мужиком поехала эта девушка. Сегодня у нас было 23 сентября 2016 год. Для вас снимал Юрий Заровский. На фотосессии жду вас либо в этом, либо в следующем году. Всем пока-пока. А, подписывайтесь на канал. Будьте добры.